Скажи, пожалуйста, насколько тяжело играть в ритме два матча подряд в выходные? Ну, все в равных условиях, поэтому, мне кажется, вопрос не очень такой актуальный. Все играют две игры, кто-то будет три игры играть. Вот. Это футбол, и тут надо терпеть. Ничего не скажешь. А вы видели игру, какую-либо игру ваших сегодняшних соперников? Вы настраивались на их игру? Знали, как они будут играть? И, конечно, настраивались. Мы знали, что это финалисты прошлого кубка. Ну, вот. И я считаю, сыграли достойно. Вот. В таких играх просто ошибаться нельзя. Ну вот третий гол. Ошибся и понеслась уже. Вот терпели. Ну, команда сильная, знали, что играют хорошо, техничные. Вот, и рассчитывали, что будет тяжело. В общем, как-то так. Получается, ты считаешь, что переломным моментом стал именно третий гол ваш ворот? Ну, на мой взгляд, скорее да, чем нет. Потому что, ну, конечно, подсели в конце, но все-таки, если бы разница была в один мяч, могли бы еще бороться. А так уже тяжело было. Как считаешь, повлияла на ваши действия тактика, скажем так, команды, когда они катали пятого полевого в какой-то момент? Нет, мы, в принципе, готовы были к этому. Позиционно в обороне играли. Вот. Поэтому, нет, не считаю, что прям сильно это повлияло. А можешь сказать, что именно, например, оборона ваша проиграла или атака в чем-то не доиграла? Какая линия ваша сегодня упустила что-то в матче? Я хочу сказать, что мы на равных играли примерно 30 минут, 35. Вот. Мы просто в конце немножко подсели. Вот. И из-за усталости уже они начали нас растягивать. И, соответственно, больше у них проходили комбинации поперек поля. И за счет этого они нам 2 или 3 гола забили. Вот. Поэтому я считаю, что здесь физически подсели просто в конце. Скажи, пожалуйста, а какие вообще у вашей команды общие впечатления от выступления на турнире? Ну, мы, в общем-то, восстановились на том же этапе, что и в прошлом году. Вот. Впечатление хорошее, турнир хороший, очень нравится нам. Заявляемся, вот, постоянно, когда есть возможность. Вот. В принципе, мы довольны, мы показали свой уровень. Я считаю, достойно выступили.